столонные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу, а в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств – крови, лимфы. Усиливаются обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление тканей. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочный и свекольный. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приветствуется совместное действие, направленное на получение и обмен знаний.